Привет, ребята, и это Sherlock's Play. Сегодня в выпуске мы вместе с вами посмотрим, что нового для нас подготовили разработчики. Приятного просмотра! 1 апреля уже прошло, но в Шерораме сейчас самое время подготовить добрые шутки для смешариков. Для этого нам нужно присоединиться к одной из команд, команде Джибера или команде Сирены. Устройте розыгрыш с одним из смешариков, а в награду мы получим смешутку на выбор. Вот так, кстати, они выглядят. Ну и какой же праздник без тематической ярмарки? А после подготовки к празднику вместе с Джибером и Сиреной, отправляйтесь на распродажу цирковых подарков на смешарика и даже в домик. А вот так выглядят некоторые подарки. Вам как? Делитесь в комментариях. А также не забывайте забегать в дом мод, ведь там появились новые наряды. Кстати, а если именно ты хочешь, чтобы твой наряд добавили в игру, переходи по ссылке в описании, отправляй свою работу и жди результатов. Вау, босс Бабос дарит всем смешарикам скидку на 250 и 500 румбиков. Успейте закупиться, ведь акция продлится лишь до 4 апреля. А ближе к вечеру можно забежать на Умную гору и принять участие в занимательной игре, и даже выиграть классные подарки. А на этой неделе главным призом стал утконос, прямиком из Австралии. Кстати, об этом утконосе и многих других зверьках есть видеоролик на нашем канале. Советуем посмотреть. Ссылку на ролик вы можете найти в описании, либо же кликнув по аннотации в правом верхнем углу. Какое событие вам понравилось больше всего? Пишите свой ответ в комментариях. Ах да, а в это видео попадают комментарии вот этих ребят. А если и ты хочешь попасть в видео, проявляй активность в комментариях. Увидимся с вами в новых выпусках. Всем пока!